Партия незаконно ввезенной на территорию России обуви стоимостью более 5 600 000 рублей была выявлена сотрудниками новосибирской таможни и изъята в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, расследование которого проводили сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево. Как установили транспортные полицейские, 32-летний индивидуальный предприниматель приобрела в одной из республик Средней Азии 1300 пар обувной продукции, не имеющей обязательной специальной маркировки. Ее дальнейшая розничная продажа в Новосибирске позволяла снизить финансовые издержки и повысить прибыль по сравнению с закупкой и продажей обуви, находящейся в легальном торговом обороте. Решение суда оказалось предсказуемым. Все изъятые ботинки обратить в доход государства. Дальше последовал тоже вполне логичный шаг. Сотрудники Сибирского управления на транспорте МВД России и представители территориального управления Росимущества в Новосибирской области передали обувь представителям Минобороны. Теперь эти тактические ботинки распределяются в зоне специальной военной операции.